Это был концерт группы «Чайф» 27 февраля 2021 года, который состоялся почти через год от намеченного времени, и им уже исполнилось 36 лет. Послушайте музыкальное исполнение всех известных песен и новинок. Спасибо за внимание. Спасибо вам огромное. Мы сегодня вместе с вами все-таки отметим 35 лет группы «Чайф». То есть мы, как вы видели афишу, сделали вот эту программу «Война, мир и многоточие». Она будет состоять вот из этих трех частей. Первая часть — это такие песни, как человека, который находится в некой конфронтации с самим собой, с окружающим миром, но абсолютно естественно, особенно для молодого человека. Вторая часть, когда он пытается найти эту гармонию с самим собой, с окружением мира. Вот. А с третьей части я очень надеюсь, что каждый из вас придумает какую-то свою версию и напишет слово к окончанию концерта, что могло быть. Вот сегодня хорошая версия прозвучала, что война, мир и наконец-то. We'll be right back.
сегодня успеваем еще. Сегодня Вован полдня обрадовался. Как газону-то хорошо под снегом-то, как хорошо. Других забот-то у нас мало. Что-то мне как-то не так. Наверное, пришел февраль. О том, что ветры дуют в феврале, никогда сказал бугай. Как это было давно, сколько с тех пор решено, сколько светлых идей заживо погребено.
спешит нас хранить. Хотелось пожить. У нас дома детей мало-мало. Да и просто хотелось пожить. А не спеши нам в спину стрелять. А это никогда не поздно успеть. А лучше дай нам дотанцевать. Рассказываем про песни, как эти песни появились, играем их, показываем аккорды. В общем, вот так не без пользы прошла эта пандемия. Тоже раньше бы нам это в голову не пришло, а тут сейчас это делаем. В общем, следующая песня была написана, когда моим дочерям, Даше и Юле, было по 13-15 лет. Вот у них одно 13, другое 15. Но вот люди, кто взрослый, у кого есть взрослые дочери, они знают, что это за возраст такой, когда авторитетов нет, они одиноки, и весь мир их не понимает. Вот, собственно говоря, тогда эта песня появилась. Yeah.
Да что уж теперь, понял, ты
ты достал гитару и начал петь. Соседи не любят твоих песен, они привыкли терпеть, они привыкли каждый день ходить в этот темный подъезд. И если есть запрещающий знак, они знают, где-то рядом объезд. А на шум пришли мужики, и привытянул спичку тебе быть гонцом. Пустая консервная банка, и ее наполняли вином. И вот ты немного согрелся, теперь бороться со сном. И тогда ты им все рассказал, и про то, как был на войне. Один из них крикнул: «Врешь, музыкант!» И ты прижался к стене. Ты ударил первый, тебя как учил отец с ранних лет. Еще ты успел посмотреть на окно. В это время она погасила свет. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, там немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины. Часть под названием «Война», она должна закончиться на этой песне. Человек вернулся с войны, он жив, и его страна жена, жива, и его близкие люди живы. Имена, что пока мы храним.
35 лет вряд ли, конечно, девушки в первом ряду. Да. 35 лет назад, может, вы родились, да и то вряд ли. Я с нами. Хорошо. Вам как скажете. Как наши поклонницы хорошо сохраняются. То есть 35 лет уже на концерт ходила, а выглядит все на 30. Время не ждет.
19-20 как-то очень плодотворные получились у нашей группы. Мы в 19 году выпустили альбом «Слова на бумаге», а в этом году сделали «Оранжевое настроение 3», который тоже с новыми песнями. Поэтому следующие песни из альбома «Слова на бумаге», и мы же понимаем, что вот все, ну, вроде бы последний Новый год мы уже отметили, и китайский, и буддийский. Можно подводить итоги? Финансовый не провели. Превращая свою жизнь в экран, сообщая всему миру онлайн очень важную для всех ерунду, что мы делали в прошедшем году. Что мы делали в прошедшем году?
речки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Ой-о, 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 ой-о. Шикарно. Сады сосед у них на фабрике стачка. Хитрость вот после такой песни в самое время так малоизвестных засунуть. А, песня тоже из альбома «Слова на бумаге». Всем романтичным девушкам. Thank you.
программы 25 лет группы «Чайф», 30-35 лет, мы постарались ее сделать, конечно, совершенно другую. Понятно, что есть какие-то песни, которые невозможно не сыграть, но могут и попить. Но мы старались сделать, чтобы было неожиданно, разнообразно. И чтобы... Ну что, тогда про любовь еще раз. Сделай.
Была написана лет 10-11 назад. Мы летели в самолете где-то, и я просто взял, у меня бывает такая история, когда мне хочется, чтобы упражнять свой мозг, я беру, знаете, впереди в сиденье вот эти гигиенические пакеты и начинаю на них что-нибудь рифмовать, писать. И я начал перебирать в голове города, где у нас есть друзья, где нас ждут, где, в общем, нас рады видеть. Нас рады? Нас рады, да. После... После того, как я исписал третий гигиенический пакет, я понял, что нужно остановиться. Вот. Но, а тут произошла история такая, что у Вовы как раз была мелодия Бегунова. И тут я ему слова подкинул. И мы написали песню, и она как-то так лежала и лежала. И вот в этом году, во время этой пандемии, в это время карантина, вдруг оказалось, что она такой тихий гимн вот этой мировой пандемии. Потому что оказалось, что нам так этого не хватает. Ездить по стране, ездить друг к другу в гости, смотреть друг на друга, общаться друг с другом. Поэтому появилась эта песня, она вошла в альбом «Оранжевое настроение 3». Не теряй надежды. Если только заскучаю, если только загрущу, вот билет, а вот гитара, я тем лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным ребятам и домой вернусь скорей. Гитара, я в Москву опять лечу.
я хочу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным ребятам. Сыграли песни такие, как то, что пожестче и там, посерьезнее. И все равно нам кажется, что нужен как-то свет. Нам всем не хватает сейчас вот прямо затаскано такое слово «позитив». Но вот именно позитива немножко не хватает. А нам хочется что поверить, что жизнь прекрасна до сих пор. Но у нас другой просто жизни не будет. Если мы все скупсимся, то мы просто, извините, просрем вот эту часть своей жизни, пока купимся. Жизнь, она уже вот сейчас, не завтра. Хорошо. Тогда, значит, ну что, я не знаю, пришли сегодня, так скажем, семейные компании, чтобы с детьми пришли. Ну, мы всегда говорим, что эта песня посвящается всем детям в зале и всем логопедам, которые приходят в зал. А логопеды любят нашу группу, мы знаем, поэтому логопеды столицы. Добавляй, Богоман! Поет сон.
В середине этой песни мой старый друг Бегунов, ну, старый, но молодой друг Бегунов. Мы еще на пенсии! Сыграет в середине этой песни искрометное соло на электрической гитаре. Я ловким движением выхвачу из сумочки этот блестящий орально-музыкальный инструмент. Вы приготовите в этот момент свои руки, вот в этот момент, и мы с вами сделаем такую вещь. Всем крокусом, то это будет не хуже, чем Радио Гага у Квин. Yeah!
Что кавалеры и дамы, у кого есть справка. Готовы к херасменту? Ну, херасмент и херасмент, да пригласить на белый танец. Потрясти в танцу, можно? Даму в маске. Карнавал прямо, инсанс. Все в херасментами, пацаны! Thank you.
купаться в любви не только 8 марта, но и вообще. Как можно чаще. Сейчас снимали, я думаю, в следующей песне будут снимать. Вот когда снимаю. Бутылка, кипи, а полотона. Бутылка.
честь российских медиков, которые невероятными усилиями сделали так, что мы с вами все-таки смогли собраться сегодня. Это их заслуга в первую очередь. Вот им, ребята! Об этом песня! Нет, подожди, я вообще, ребят, я хочу, ну раз мы вот уже фонарики в честь благодарности зажигали, я хочу вот персонально, прямо чтобы ничего не перепутать, я хочу компании «Медуза» сказать вот прямо огромное спасибо, потому что вы не представляете, сколько длились эти переговоры с этим переносом зала, все, вот, ну это прямо была какая-то гигантская работа. Они сделали все, что мы с вами сегодня встретились. Это Алена Кузина и Слава Минченко. Это у нас Слава Минченко, это у нас все, кто делал нам все картинки, которые у нас за спиной. А вообще режиссер и постановщик сегодняшней программы, это Павел Брюн, ему Паша, тебе огромное спасибо. И мы впервые работали с режиссером и делали такой шоу. Не ручка, это Паша! Вот, да.
Не дались мы. Причем за хераспит. Хорошо. Значит, ребята, еще я хочу вам зачитать небольшой текст. Просто уже больше 10 лет мы на всех концертах, у нас присутствуют волонтеры фонда Константина Хабенского. Вот многие, я прямо иногда читаю о том, что, знаете, типа вот Костя Хабенский в рекламе снимается, все будет, он все эти деньги за рекламу отдает в фонд, и они спасают детей. Больше 250 ребятишек уже спасено. И на каждом нашем концерте мы тоже собираем достаточно приличную сумму. И сегодня у нас тоже, когда вы будете выходить уже в конце программы, вы увидите волонтеров фонда Хабенского. Если у вас есть желание, поддержите. Мне кажется, это будет очень такое красивое завершение вот для души, знаете, это же для себя мы делаем, когда помогаем. Вот все. И тогда еще, кому сегодня не хватило, ну понятно, что можно прийти завтра, но еще себе забейте в календарь, если что... Если никто вас не стуканет. Да, значит, забейте себе в календарь, что 24 июня мы отмечаем мой день рождения в Саду Эрмитаж. Это уже тоже традиционная история, очень красивая. Приходите. Ну а сейчас, собственно говоря, про автомобили. Знаете, когда эта песня появилась, вот этот счет 5-0, он стал, ну как бы, знаете, такая, вот дальше уже неприлично, да? И вот с «Динамо» недавно, с «Московской» играли. А 4-0 нормально, да? Ну, плохо, но не унизительно. Вот недавно как раз в «Московской» «Динамо» играл наш автомобилист, и вот 5-0, и мы говорим, ну все, нормально. Вот, хотя бы по словам нормально. Нет, еще шестую пропустил. Давай, Валерий Александрович. Какая боль!
знать, о чем он поет. Зачем тебе знать, то, чего не знает он сам. Зачем тебе знать, кого он любил. Зачем тебе знать, о чем он просил. Зачем тебе знать, то, о чем он молчит. Живой. Любви
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, ну как пожелаете, и ждите новые обзоры, не менее интересные. Спасибо вам за внимание. Всем пока. Да, выйдет все в понедельник в 9 часов утра.